будем впредь бороться за более адекватные локации. Мы никогда не отступим от идеи реализации наших прав. И вместе мы победим. Можно это не середина, Арина, это не середина сцены. А, не ориентируйтесь. Влажно нет, сколько надо. Девочки, девочки, отойдите, пожалуйста. Да, нам нужно провод. Gotta be separate. Gotta be spacier. Yeah. That you are toxic. Yeah. Mine's playing, duh. За 2022 год пострадало 79 детей, а за 2023 – 30. За 2022 год погибло 133 женщин от убийства. За всеми вами, слушала речи моих коллежанок, я просто не могу сдержать свои слезы. Мы
Мы снова урезаем себя. Мы урезаем свое время, чтобы втиснуться в эти временные рамки, несчастные 2 часа, которые нам дал Акимат. Мы пытаемся поместиться в этот маленький парк, который явно нас не вмещает, и который только его удалось нам выбить из всех 3 мест, на которых могут быть мирные собрания в нашем городе. Мы пытаемся говорить аккуратно и осторожно, чтобы мужчины, которые записывают нас сегодня на камеры, не обиделись и не оскорбились. Но нам это надоело! Быть женщиной в Казахстане, быть на митинге, выходить на марши и митинги и быть при этом в безопасности. Со знакомыми или родственниками по умолчанию добровольный. Нет! Домогательство – это миф, придуманный злыми феминистками. Нет! Сексуализированное насилие можно предотвратить. Нет! Да! Да! Я хочу рассказать вам об очень важном номере. 150 – это номер доверия, телефон доверия для всех, кто подвергается сексуальному, экономическому, психологическому насилию. У нас есть профессиональные психологи, которые помогут вам в минуту стресса. Меня спасло только то, что я поняла, что я могу кому-то помочь. Я призываю голосовать за всех девушек, которые идут на эти выборы. Призываю всех 19 марта прийти на выборы и отдать свой голос за наше лучшее будущее. Давай напомним, как тебя зовут. Есения! Ты, может быть, хочешь что-то сказать? Нет? Ну хорошо. Твой плакат говорит обо всем. Мои налоги на мою безопасность!